И добрейший, придобрейший, вечерейший. Всем снова hello, my dear friend. Так, ребят, ну что, сейчас, по идее, мы закончим Man of Medan. Там, я так понимаю, осталось совсем чутка. Сейчас запустим и погоним. И поедем, и помчимся. Добрый вечер всем. Приятного просмотра. Сейчас будет шоу. Шоу не нажатие вовремя кнопок. Это мы умеем. Так, сейчас чат подрубится. Витя добрый. О, глянул, было 30 минут написано. В 30 минут я запустился. Сейчас. Лайк мне. Спасибо, спасибо, родненький. Так, все, все, арбайтен. Теперь надо еще игру запускать. Лайк мне. Спасибо, поймал, обнял. Спасибо, Витя. Спасибо. Спасибо. Так, сейчас, даст бог, запустится игра. Она тут как-то странно запускается. Поэтому я решил сегодня по-другому пойти. Сперва стрим запустить. А потом игру. А потом непосредственно... Так, вот смотрите, вот где она. У вас есть, а у меня нет. Вот хотите прикол? Как это работает? Бля. Я не понимаю, как в этой игре это работает. Начало через 30 минут. Да не может быть, в 17:30 я поставил. Мое время. Не знаю я, что там у вас через 30. Блин, ребята, тут как-то по-тупому оно запускается. Пробуем еще раз. Во. Теперь, я надеюсь, и у вас видно. Потому что у меня только что на экране ничего не было. Во. Типа было написано через 30. Не знаю, я поставил у меня на 17:30. Не знаю я. А что там, как там? У меня сейчас 17:34. Так, теперь главное, чтобы загрузилось еще. Тут делов, по идее, не больше, чем на час осталось. Так что я думаю, МСП специально сегодня запустил, чтобы допройти. И завтра уже что-то будем думать другое. Завтра с утра в планах, может быть, поохотимся с утра. Потом рыбалочка. Вечером что-то может еще, потому что среда, четверг и арбайтен по одному стриму. В пятницу я дома, в пятницу уже Турик будет и вечерний наш стрим. В пятницу, думаю, два будет стрима. Турик и вечерний. Субботу я тоже дома. Так, ну ладно, это надо дожить еще, правильно? Это надо, как говорится, еще дожить до всего этого. Нам надо найти генератор. Если запустим его, запустим и радио. Мы будем ждать у радио. Сюда. Радио, радио. Эй. Ты первый. А если он не хочет первый? Мы если на нижних уровнях корабля. Сыкотно первому. Все сразу, всегда мужик должен первый идти. Серьезно. Да, дам надо пропускать. Правильно? Так, а что сразу как-то... А, вот он.
А прочитать? Я не прочитал. Киловой. Так, доклад офицера медицинской службы. Встреча ученого. Встреча с нашей командой. И говорит, что мы можем начать вернуться, что западный мир должен зачем, что там. Черти шо, какая-то. Исследование провели во время у них испытывают действия на людей, галлюциеновские цветы структуры под кодным названием маньчжурская. А, так это не золото. Это химические боеприпасы. Очень быстро стало даже насильно вызывать сильные галлюцинации людей, очень убедительные. Подобно видеть то, чего нет, на самом деле бы сразу много опасных факторов, сильнейший ужас. Короче, это оружие. Это химическое оружие. Так, а тут что? Похоже, завязалась драка. Рядовой, находясь в увольнении, в любом нетрезвом состоянии, своим поведением порочил звание американского. Рядовой Андерсон ввязался в пьяную ссору. Так, арест. Тыры-пыры. На 10 дней? 10 суток. Ничего себе драка. Карцера. 10 суток карцера. По красоте. А, душенька. Да, прямо в душеньку. Так, а что тут? Мелкая кража, сутки карцера. В шкафчике мы даем вещи старшего офицера, возвращены владельцу. Нарушение режима доступа, двое суток. Так, короче, это, короче, кто там, что там, за что там в карцере? В нетрезвом состоянии. В лазарете лежал некий Джо. Встань на берег, корабельный лазарет. Корабельный лазарет. Ля-ля-фа. Так, пошли дальше. Если мы отсюда выберемся, я неделю пролежу в ванне. Не если, а когда? Ну, надеюсь. Я всегда прав. Ничего, я вас все тут... Угандошу со своими путаниями кнопок. Так что даже не переживайте. Никто из вас не выберет. Ух ты, ё-моё, что это за комната? Такая целая куча всякого. Целая куча. Опять читать что-то. Это что ж такое-то? Так, имя Джон. Диагноз. Умеренный невроз. Утрата трансплантации. Уверенное обнаружение временное. Сегодня в лазарет пришел на прием. Смотрел в мире признаки сильного стресса и паники. Причем он уже наблюдали всего этого солдата в Каруине. Это не попросил прийти сегодня. Как будто это там что для него крайне нетипичны. Так. У вас может быть тесты на память. Сильные панические расстройства. Подозрение на боевую. Тыры-пыры, тралли-бали. Как всегда. Много писанины, толку мало. Опа. Господи. Доктор. Это, наверное, доктор. Вот это, вот это, тут что-то еще. О, портретик. Портретик. Может, это сын кого-то из экипажа? Папе возвращайся скорей. Да-да-да. Напрасно старушка ждет сына домой. Так, а подождите. А тут чё? И что она там делает? Так, а мы сюда не проходим. Походу нам сюда, да? Так, можно спрыгнуть. Всё, больше ни хрена, да? Тупик какой-то. Ну давай. Посмотри-ка. Глянь. Внизу. Машинное отделение. Самое место для генератора. Посмотрим. Черт. Все, конец. Я могу спрыгнуть. Стой! Ты в порядке? Да, в полном. Спускайся.
логике жанра кто-то должен был сломать сейчас. Чего? Бляха, муха, твою мышь, блин, а? Фу, блин, шуганулся я. Нет, конечно. Ау? Ко мне только теперь возвращается зрение и рассудок. Никто не нападал. Фу, блин. В общем, корабль вез маньчжурское золото. Что по факту никакое не золото, ядохимикат. На корабле какой-то странный туман. Может, именно из-за этого? Мы, наверное, им надышались, и теперь нас так глючит. Я видел такой бред, что глазам не верил. И правильно, что не верил. Мне все привиделось. Но в этом есть смысл. Мы знаем, что команда чего-то очень боялась. Да. Они видели какую-то херню и решили, что это все правда. А с упавшим самолетом это никак не связано? Это был спасательный самолет. А прилетел он сюда, потому что люди на корабле послали сигнал бедствия. Но прилетел он слишком поздно. На корабле все сошли с ума и сбили его. Кто знает, о чем они думали. Или им показалось. О, боже. Ладно, идем дальше. Идем. Мы пойдем вдвоем по полю с конем. Моторостроительный завод Ван Линдена, 20-й год. Понятно. Так, журнал команд машинного отделения. Подвижная готовность вперед на дыры в стандартных оборотах. Ну это все, не знаю. Я смотрю, машинное отделение при неисправном пыры. Подтвержден приказ полный вперед. Корабль или полный ход. Приказ самый полный вперед. Двигатель. Так как выключить в машинном отделении все вспомогательное освещение. Старшим коня прибыл в машинное отделение. Эй, посмотри. Подвижная машина, стоп, машина. Получен приказ встать на якорь. А покачину. А покачину. Покучан. Ты не думала, что было бы, если бы мы отправились в Японию? Зеленая херня. Зеленая херня. Походу, в противогазах надо лазить. Так просто. Как это почти свободен? А девчонки, у вас, подожди, сколько у нас разница? 3 часа? Это у тебя сейчас 9 часов вечера. А девчули где? Смотри, он типа долг выполнил. Свободен. Мы никуда ты не свободен. Ты сегодня в полном распоряжении Ксении Юрьевны. Слава богу, он работает! Но слава богу, нашли. Переключи рубильник и пошли наверх. Ну давай. Ну все, пойдем наверх. Придется искать другой путь. О, заработало. Алло, вы должны нам помочь. Вы слышите? Пожалуйста. Опишите ситуацию, прием. Мы в опасности, прием. Мы в ужасной беде, и нам нужна помощь! Срочно! Прием! Спасатели уже к вам выходят. Сообщите тип вашего судна. Прием! Мы на корабле «Аранг Медам». Американское грузовое судно. Прием! Повторите. Повторите.
все. Черт! Дерьмо! Поломалося. Так, им теперь надо искать другой выход, да? Эй, посмотри. Это ребризер. И что он с нашей яхты притащили? Он еще работает? Ну, на несколько минут, может, и хватит. Стоит его брать? Он будет нам мешать. Так бери, нет, блин. Лучше его взять. Конечно. Все-таки часть трюмов затоплена. В хозяйстве все сгодится. Дядя Сережа взял бы. Да, дядя Сережа? Нет. Нет. А, это тоже, который, которого я нет. уронил с лестницы, о, блин. Боже мой, боже мой. Когда я кнопки перепутал. Виноват, каюсь. Надо идти дальше. Я знаю, что ты задумал. Улсон, о чем ты говоришь? Да я сам там сейчас тебя сейчас прикончу. Говори, где это гребаное золото? Ты что, спятил? Пощади, нет. Я сказал тебе, трипло гребаное. Закрой свой поганый рот. Закрой, говна кусок, брехло сраное. Завали хлебало, слышишь? Говорите, золото. Послушай, нет, не надо. Можно. Можно же, Нет, не надо. Я же сказал, заткнись. О, ну это, крышка трамплера, ёпта, блин. Крышка трамплера. Блин, я что, лишний раз нажал или что? Что-то я не понял. What's happened? Зря вы прячетесь, сучки мелкие. Да. Да. Хотите захапать все золото? Сволочи. Тут же, наверное, целая куча. На всех хватит. А мы все в деле, так? Пытаетесь меня облапошить? Вы оставите меня здесь, на смерть. Но капитан здесь я. Я здесь главный. Поэтому я блин, здесь как оно быстро. Кому уйти, кому остаться. Вот-вот нас догонит. Ты ведь придумал, что делать. Так, посмотрим, что сиди он сделает. Тихо. Посмотрим, что будет. Ага. Американцы пробивали себе дорогу в чужие края и остались неудел. Генераторы включены. Золото мое. И теперь пришла моя очередь бить. Моя. Вот этой вот большой кувалдой. Ля, я не успеваю. Твою мать, блин, оно так быстро было, но по-любому бы, блин, я говорю, там бы нереально было. Тут на это было и рассчитано. Боже,
Порядок. Ну, до поры. Все, все. Не смешно. А вот теперь никто из вас не изменится. Повернитесь. Тихо. Медленно. Вот так. Ладно? Не меняйся. Не смейся. Руки вверх. Тихо. Нет, нет. Нет, не так. Никаких перемен. Все. Послушай, мы не враги тебе. Мы просто хотим выбраться. Пожалуйста. Простите, нет уже. Если вы дышите, значит, выбора у вас тут нет. Так что решаться не вам. Ага. Вот опять! Опять все переменилось! Что? Что изменилось? Назад! Не лезьте к туману! Эй, здесь нет тумана! Не вдыхайте! Не вдыхайте туман! Стой! Что это за туман? Как он действует? Он... зло. Он оживляет то, что не должно быть живым. Уже внутри. Уже внутри нас все. Да успокойся ты! Стоп! Стоп! Туман в ком-то из нас? Убери пистолет, слышишь? Что за разговор? Чего ты меня приказываешь? Молчи, женщина. Мы вдохнули туман. Только что. Я чувствую. Ладно. Слушай, в последнем трюме и правда что-то было. Какая-то дымка или туман. Не знал. Говорил. В тебе есть туман? Нет, мы задержали дыхание. В нас нет никакого тумана. Да ладно! Вы типа крутый дайвер. Но думаете, я куплюсь? Мы здесь уже много часов. Вы типа все это время не дышали? И сейчас не дышите? Боже, он во мне. Кошмар, я вдохнул туман. Он во мне, да? Я чувствую, как он там вихрится. Меняет меня. Внутри. Да нахера у него ствол? Спокойно. В тебе нет никакого тумана, поверь. Нет. Хватит врать. Вы все видите его во мне? Вы просто врете. Туман внутри. Он меня заживо. Эй, стой, не надо! Готов. Одним пиратом стало меньше. Твою мать. Твою мать. Твою мать. О, зато у них пушка есть. Ну да, давай тогда сразу утопимся в луже. А что? Это все очень увлекательно. Ну, народ, где вы все? Эй! Что происходит?
Все в порядке? Надо спуститься, узнать все, ли в порядке. Черт! Что делать будем? Я за ними. Проверю, что там. А ты жди возле радио. Надо придумать что-то еще. Я буду прямо очень осторожен. И вернусь сразу, как найду генератор. Все будет хорошо. Осторожней там. Ладно? Они все куда-то ладят. Валить надо. Ёж, твою мышь, блин. Что оно ж так, без предупреждения, да не надо так вот. Так, ну дверь тут 100% закрыта, я так Всем старшим офицерам, результаты наших поисков спасательной операции превзошли все ожидания. К сожалению, нам теперь не хватает взрослых гробов. Если вы найдете остатки кого-то, либо из пропавших в районе водочистной станции, вам придется использовать для переноски маленькие гробы. Видимо, это будет Хопсин, бедняга, от него почти ничего не осталось. Понимаю, что это не лучшее решение, но ребята устроят ему подобающий похороны, кажется, служенную почту, когда мы вернем остатки домой. Пока что обходимся тем, что есть. Боюсь. Ух, бля. Вот только этого мне не... Фу, хорошая шутеечка, блин. Я бы там и уписался, и укакался. Это видел. Отсюда выбраться. Не надо лишней крови.
Сара, расслабься. Никому ты не нужен. Спокойно. Мы что-нибудь придумаем. Знаешь, это плохая идея. Бля, да я ж успел же, что у него. Уходи оттуда скорей! Бля, не туда, а. Я ж нажимал на А, блин. Я нажимал на А, блин. Да как так-то, блин? Я нажал на... Тю... Не, ну как так-то, а? Тю... Зато все, главного этого злодея нет. Боже. Блин, у меня кнопка не сработала. Я клянусь, я на нее нажимал. Фигня какая-то, блин. Все, трамплер есть. Всех завалили. Их осталось трое. Ну, очкарика, конечно, можно было попробуем. И спасти. Я не знаю, у меня не сработала кнопка. Что-то начинается. А, дарю.
Что опять не так? Что дальше? Любил играть в игру. Если я из-за чего-то расстраивался, он начинал плести всякий бред о разных параллельных мирах, которые могут существовать. И такая штука при любой вообще безнадёге всегда находилась хотя бы пара других миров, где все еще хуже. Ты был прав, братишка. Как ты был прав. Конрад от чего-то убегал. Он был перепуган, просто в ужасе. Не знаю, почему. Я не видела того, что видел он. И? Чё, всё, что ли? Твоих, короче, ну, блин, ну, качкарика вообще, ну, я нажимал на букву А, блин. Твоих я положил. Все. Ну, все равно прикольно. Мне нравится эта серия. У нас остается еще одна игра непройденная, получается. Вот и все. Конец игры. Свободны. Ну, пока что. Но вы всегда можете попробовать еще раз. Постараться добиться большего. Неплохая попытка. Кто-то выжил, кто-то погиб. Все из-за вас. Удивительно. Когда опускается занавес, вы либо готовы к этому, либо нет. Все дело в решениях, не так ли? В решениях, принятых в спешке, в панике, принятых не разумом, но сердцем. Или наоборот. Кнопка, блин, ё-моё, появляется на доли секунды. Последствия которых могут проявиться не сразу. Но они, безусловно, проявятся. Всегда есть последствия. Что ж, до встречи. Может, в Little Hope, а может быть, где-то еще. Но знайте, мы встретимся. Это неизбежно. Прикольно. Прикольно, блин, двух типов положил, блин. Ну ладно, три по крайней мере. О! А, этот живой тут остался, с которого он ножом, блин. Не повезло.
С того ни с сего эта посудина прислала СОС. Прямо настоящий корабль-призрак. Наша песня хороша. Начинай сначала. О, а это что? Да. Не повезло. I just saw someone in the woods. Whoever it was, they're gone. Okay, very good. Who's there? I fashioned her with my own hand. Так, вот Little Hope, да, нам еще осталось пройти. Little Hope. Все. Игра пройдена. Так, ну, ребят, ну, вот такой стрим получился. Я, как и думал, где-то минут 40 осталось. Ну, по крайней мере, мы закончили. Спасибо, роднулькины, кто уделил немножечко своего времени. Нас хоть было мало, но мы в тельняшках. Все, от души душевненько. Увидимся завтра. Хорошего вечера. Спокойной ночи. Пока.